Доброе-доброе утро, ребятки. Я уже в Мечково. У нас тут все нормально. Пикапуля, 200 СС, Вовкина тринашка. Что-то мрачное. Дениса Марчок. И мы начинаем готовиться. Ребята, он уже тренируется. Народ стягивается потихонечку. Расстановка тут Дрифтэкспо, Некспо. Короче, завтра, послезавтра будет ответственно лютая долбежка. Компрессия, ты где? Оп! Даня вчера начал разбирать, будем сейчас снимать. Помните, у нас было первое слив масла. Сейчас это у нас второе слив масла. Смотрите, какое красивое. Ну вообще, я думаю, что все в норме, не ссыте. Просто красивое масло и все. Мотор работает, с ним все четко. Но масло... Также у нас здесь, значит, новый багажник на тренажку, бампер Rocket Bunny. Но он, правда, у нас 180SX, здесь с изгибом, но нам по херу. Крылья задние новые и задняя планочка. Все это мы поставим и, надеюсь, покрасим по красоте. Шау-фау-шау-фау. Погода писечка, жаришка. Там два автовоза или три всяких шушлаек стоит. Я сейчас поеду перегоню вот эту балалайку. Мой будет первый опыт езды на фуре, на фуринской. Потом вот эту балалайку мы вертолетом уберем отсюда. Что такое у нас? Коробка на местах. Мотор висит. И вот у нас видишь, какие истории. Эти подушки от таких мощностей ляпнули, крякнули. Дело в шляпе. Коробка вот она. Мотор вот он. Тут, если вы помните, нет, у нас стоит 4 диска. Техникс. Есть вопросы, конечно. По этой цепи мы ее снимем, отдадим хозяину. Это не моя, поставим другую. Вот, сейчас буду звонить Геннадию, спрашивать, когда можно привезти данную аппаратуру к нему. Надо, так сказать, вскрытие, прием. Здесь у нас все под контролем. План капкан. Вову крышу сгружаем на сход-развал. Оставляю здесь прицеп, мотор везу к Геннадию. Поехали. Как его, он Гена стоит, точнее, тень Гена. Сейчас вам задним ходом покажу. Не покажу. Ребятулечки, отвез мотор Геннадию. Вот он я. Красавчик. Еду домой. 2 часа 4 минутки и я дома. Хотя я тут рядом, в принципе. Но 2 часа. Так торопился к Гене мотор отвезти, с Мечкова убегал, все, я уже на месте. Вот что я, короче, ушел с работы в грязных джинсах, в рабочих. Но это не повод не зайти в магазин. Угу. Нет, сюда пойдем.